Первыми в школу заходят первоклассники. У них сегодня волнительный и радостный день. Они стали членами нашей школьной семьи. А теперь мы передаем слово им школы имени Ромена Ролана для представления классов Коноваловой Ольги Владимировны. Итак, закончилась праздничная линейка. Спасибо большое организаторам этой линейки, нашим ученикам и педагогам. Надеюсь, что и учебный процесс у нас будет проходить в такой же прекрасной обстановке. Итак, как сказали наши ребята, право первыми зайти в школу предоставляется ученикам 1-го Д и 1-го Е класса. С классным руководителем 1-го Д класса, учителем высшей категории, куратором дошкольного дополнительного образования школьного отделения Бучковой Ольгой Викторовной. И 1-й Е класс с классным руководителем, учителем высшей категории Пресняковой Анной Владимировной. Мы желаем им успехов! Учителем французского языка высшей категории, почетным работником образования Российской Федерации, наставником победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 2018 года ученицы 11 класса Бельшевой Марии. Параллельно 11 класса обучаются учащиеся по трем направлениям. Социально-гуманитарное, социально-экономическое. В рамках, впервые они стали в рамках распределенного лицея высшей школы экономики. И технологическое направление, которое достойно представили в этом году, они инженерное направление нашей школы. Среди учебных классов неоднократные призы при олимпиад по русскому языку, литературе, английскому языку и французскому языку, по праву, физике, экономике, а также победители, еще раз повторю, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Все ученики 11 классов изучают два языка, имеют дипломы Министерства образования Франции ДЭК. Класс занимает активную социальную позицию, рядом участвуют в жизни школы, работают в школьном самоуправлении. Они неизменные участники всех концертов и неоднократные победители в школьном Пожелаем успехов в новом учебном году. Следующий день школы
4-й класс с классным руководителем, учителем высшего категория Буданова Лидия Зарине Александровна. Учащие из 5-го класса веселые и дружные ребята, всегда готовы прийти друг другу на помощь. В прошлом году активно принимали участие в конкурсах или олимпиадах. Это уже стало для них хорошей традицией, которая еще сильнее сплачивает класс. 4-й Е-класс с классным руководителем, учителем высшей категории, куратором начальной школы Зеленовой Еленой Лазаревой. Ученики этого класса так о себе говорят. Все мы умные, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные, в общем, привлекательные. В классе есть победители олимпиады, московский третий классник 21 века, победители престижного московского открытого конкурса чтецов. В этом году ребятам предстоит пройти первые испытания диагностической работы по разным предметам, всероссийские проверочные работы. Пожелаем ребятам высоких результатов и высоких побед. 4-й класс продолжает наше шествие. Учитель с классным руководителем, учителем высшей категории Сафоновой Марины Ивановны. Мы пришли сегодня в школу быть помощниками дома, крепко дружбой дорожить. Мы без знаний жить не сможем. Очень нам нужны они. Станем мы полезны людям. Мы хозяева земли. 5-й класс. Итак, в школу приглашаются ученики 5-х классов. Они успешно закончили начальную школу и сдали свои первые испытания, диагностические переводные работы и вступили в ряды средней школы. Им предстоит сложный учебный год. Разные учителя по разным предметам, переходы из кабинета в кабинет. Мы им желаем справиться со всеми трудностями, успехов в учебе, удачи и новых побед. 5-й Д-класс. Ведет классный руководитель, учитель информатики высшей категории Клинцова Татьяна Александровна. Это энергичные, активные, артистичные, спортивные ребята. Среди них 5 отличников. Победители, участники многих олимпиад, конкурсов, соревнований, артисты школьных спектаклей. 5-й Е-класс. С их классным руководителем, учителем биологии и химии высшей категории, кандидатом биологических наук, экспертом ЕГЭ, Кислицкой Любовью Ивановной. Среди учеников 5-го класса есть победители школьных и городских олимпиад и конкурсов, способные футболисты и гимнасты, победитель конкурса музея-усадьбы парки, член школы Олимпийского резерва по гимнастике, начинающий артист театра юного зрителя. Ребята этого класса очень музыкальные, они являются победителями смотра военной песни. Они дружные и душевные, никогда не унывающие, стремятся стать яркими звездочками в созвездии школы 2107. Дальше продолжает шествие наше в школу 6-й Д-класс. С классным руководителем, учителем русского языка и литературы Васильенко Ириной Александровной. Ученики 6-го Д-класса очень шумные, но веселые и дружные ребята. Творчество – это про них. В новогодней викторине они взяли все музыкальные вопросы и получили приз за лучшее исполнение песни. В копилке класса победа в конкурсе чтецов и конкурсе эссе. 6-й Е-класс приглашаем с классным руководителем, учителем французского языка высшей категории, почетным работником образования Российской Федерации, куратором французского языка школьного отделения Ромен Ролана Улановой Екатериной Александровной. 6-й Е общительный и субульсивный, победитель школьного конкурса «Своя игра». В классе есть победитель конкурса школьного тура олимпиады по французскому языку. 6 отличников учебы. 7-й Д-класс. В школу приглашается 7-й Д-класс с классным руководителем, учителем английского языка, экспертом ОГЭ Маркиной Анной Владимировной. Движение нашей жизни. Вот их девиз по жизни. Они активно принимают участие в школьной жизни. Завоевали 2-е место по конкурсу в соревнованиях «Наши общие возможности, наши общие результаты». 5 отличников учебы. В школьной газете трудится редколлегия. И мы уверены, у таких активных и творческих ребят впереди будут много
свершений и удивительных открытий. Вслед за ними приглашаем в школу учеников 7 Е-класса с классным руководителем, учителем английского эксперта, экспертом ОГЭ Логиной Марии Владимировны. Это творческие и талантливые дети, обладающие огромным потенциалом и стремлением к достижению поставленных целей. Заняли 3-е место по комплексу мероприятия «Наши общие возможности, наши общие результаты». В классе есть призер конкурса проектов по английскому языку «Петровские чтения». Впереди ребят ждет много побед. Так, 8-й Д-класс. С классным руководителем, учителем математики высшей категории, экспертом ЕГЭ Терентьевой Надеждой Андреевной. Девиз класса: «Мы рождены, чтобы сказку сделать дыню». Ребята показали хорошие результаты и стали призерами Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа по астрономии, английскому языку, победителем олимпиады музея парки Усадьбы. Ребята в этом классе принимают активное участие в жизни школы. Принимают активное участие в спортивной жизни школы. Так, 8-й Е-класс. Перед нами проходит дружный, активный, талантливый и креативный 8-й Е с классным руководителем, учителем истории общества знания Ковалевским Даниилом Геннадьевичем. Ребята насыщенно, творчески и ярко провели лето и смотрят на дальнейшее обучение как на фундамент успешной карьеры в мире без границ. За плечами их отличные результаты по Всероссийской олимпиаде школьников. Ученики стали призерами муниципального этапа по литературе, французскому, английскому языкам. Это отличные ребята, не затеряются в круговороте информации и культурных трансформаций. Интернет-коммуникации для них не альтернатива реального общения. 9-й Д. С классным руководителем, учителем русского языка и литературы высшей категории, экспертом ЕГЭ Арзамасовой Ириной Юрьевной. Ее выпускники в этом году стали лучшими в комплексе по сдаче ЕГЭ по русскому языку. Девятиклассники звучит здорово и ответственно. Это звание обязывает ко многому. Учиться в полную силу, быть воспитанными, прилежными. И у 9 класса Д есть такие задатки. И у них есть призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, по русскому языку, по литературе, по математике. 3 человека являются лауреатами 3-го степени городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 2 года подряд. Призер международной олимпиады по зимнему триатлону. Так, ну что ж, все дети вошли в школу, но у нас осталось ничего не сказано про 10-й Д, который обеспечивал порядок в организации нашей линейки. Классный руководитель, учитель математики высшей категории, эксперт ОГЭ Елагина Эльвира Александровна. Девиз класса: «Если дружба есть у нас, значит мы, ребята, класс. Мы как радуги цвета, неразлучны никогда». Это так. Ребята активно принимали участие в жизни школы. Без них не обходился ни один праздник. А также ребята еще хорошо и учатся. По результатам ОГЭ это лучший класс в комплексе. 4 человека сдали все экзамены на 5, 18 на 4 и 5. Только один ученик получил этого класса 1-3 по одному экзамену. На выпускном вечере 5 учеников получили красный диплом с отличием. Ребята принимают активное участие в предметных олимпиадах, стали призерами муниципального этапа по обществознанию, французскому языку, экологии и английскому языку. Теперь у ребят новый этап. Они стали лицеистами распределенного лицея высшей школы экономики и приняли в свои ряды 10 новых творческих, надеемся, активных девушек.